Street, New York Street Pizza. Ждем? Да. Здесь есть случай для маленьких детей. Это хорошо? Да. Жаль, что очень долго заказывать нашего нету. Ждем уже минут 15, да? Да. Ты сок уже допиваешь. Возмущена? Возмущена и сильно. Ну и? Вкусно. Вкусно. Так, мы заказали гамбургер. К гамбургеру у нас подается салат, картошка. Мы заказали одну картошку, нам дали две и плюс еще одну. Мы отдельно картошку заказывали, мы просто не знали, что к гамбургеру подается картошка само собой, да? Ну, посмотрим. На мои зубы это не растет. Да? Горячий? Mm-mm. Что там салат? Капуста и что еще? Я думаю, что картошка будет к гамбургеру, да? Не заказывали бы картошку? Mm-mm. У нас получилось много картошки. Нас почему-то не предупредили. Угу. Вкусно? Угу. Ну что, покушали? Да. Пошли дальше? Пошли. Сегодня мы побывали в стрипице. Но я удовольствие не сильно получила. Мы очень долго ждали заказ. Мы попросили два гамбургера. И картошку. Одну картошку. Одну. Нам принесли три картошки. Да. Гамбургеров два, то все нормально. К этим трем картошкам два салата нам принесли. Да. Кучу соусов, которые мы не заказывали. Хорошо, что была у нас... Папа вступает. Хорошо, что у нас была с собой кредитная карточка. Иди сюда. Честно вам скажу, 190 гривен. Мы предполагали, ну, гривен на 70-80. То есть, не было бы у нас кредитной карточки, я не знаю, как бы мы выкрутились. Нас поставили перед фактом. Нам, когда все, заказ принесли, нам сказали, вы извините, мы вас просто не предупредили, что к гамбургерам идет еще вот такое меню. Ну, короче, нас шокировали. Мы не стали портить себе настроение выходного дня. Мы рассчитались. Но я лично не рекомендую сюда. Лиза, ты рекомендуешь? Нет. А тебе чем не понравилось? Ну, много заказываю, и все съесть невозможно. То есть заказываешь одно, приносят намного больше. И все делают для того, чтобы с тебя выдушить как можно больше денег. Мы сюда больше ходить не будем. Будем искать другие места. Мы уже знаем другие места, где можно и разумно покушать, и все. Обслуживание, ну, можно сказать, что нормальное. Хотя заказ мы ждали очень долго. Очень долго. Мы минут 20, наверное, ждали. Почему так? Ну, никто не знает. Мы особо углубляться не будем, не хотим. Мы просто пришли. Мы просто покушали. Мы просто потратили дневной лимит наших денег, семейного бюджета. А это того не стоит, скажем прямо. Удачи, до свидания, Полтава. Пока-пока.